Привет всем! Мы сегодня будем готовить закуску с баклажанами в посуде АМЦ. Берем емкость холодную, выливаем примерно 3-4 ложки воды, ну, чтобы дно немножко закрылось. Выкладываем крупно порезанную морковь. У нас тут 2 морковки. Крупно порезанный лук, 3 луковицы. Баклажаны крупно порезанные. Паприка. 2 паприки крупных. Чеснок, 1 большая головка чеснока и помидорчики. Крупные, если целые помидоры, большие, то можно их крупно порезать. Мы берем мелкие помидоры. Высыпаем сюда столовую ложку соли с небольшой горкой и 3 ложки столовых сахара. 1 столовую ложку уксуса. Миллилитров 50 масла, нерафинированного лучше. Берем крышку Эзиквик, оставляем диаметр 20 сантиметров, 24 резинку убираем, закрываем. Плиту включаем на А. На аудиотерме 2 раза нажимаем на правую кнопку, левой добавляем до 12 минут. Выставляем программу пар. Прошло время, выключаем плиту на 0, аудиотерм выключаем и даем 5 минут постоять на выключенной плите. Открываем крышку. Все готово. Нежные, ароматные овощи получились. И накладываем в тарелку. Так можно кушать в горячем виде баклажаны с овощами. Можно сделать заготовку на зиму или в холодном виде в качестве закуски. Нежные вкусные овощи получились.